Ремонт асфальтобетонного покрытия на городских улицах выходит на финишную прямую. Сейчас работы ведутся по контракту на 25 миллионов рублей. Речь идет о 4 объектах. Улицы Новая, Первая Полянская, Станка и Фрунзе. Субсидия выделена из регионального дорожного фонда. На эти средства отремонтируют 22 тысячи квадратных метров. В том, что все работы в областном центре выполнят в срок, до окончания строительного сезона, у мэрии сомнений нет. Контракты разные, есть контракты масштабные, это вокзальные площади и станкостроители, там у нас срок контракта до 31 декабря, идем мы там в графике, все успеем вовремя. Если касается этого контракта, то до середины октября есть сроки, но, думаю, подрядчик справится раньше с этим делом. Все работы производят в ночное время, чтобы не затруднять днем движение транспорта. Так удобнее и дорожникам, и автовладельцам. Было произведено фрезерование, вот после этого была подготовка. Соответственно, вот сейчас мы уже наблюдаем на этой улице, уложен, устроен выравнивающий слой. Дальнейшие работы – это укладка верхнего слоя, как бы, скажем, завершающего. Вот, на этой улице пока что закончен только верхний слой, выравнивающий слой. По улице Новой сейчас уже в процессе, на стадии завершения укладка верхнего слоя. По улице Полянской верхний слой практически везде положен. По объекту улицы Новая и улицы Полянская у нас остались только организации съездов. Как поясняет мэрия, указанные ремонтные работы не предполагают установку нового бортового камня. Речь идет лишь о замене изношенного асфальтобетонного покрытия. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.